Мы очень сильно переоцениваем, мы даже близко не понимаем, что никого не интересует вообще Россия как таковая. Это все равно, что нас, да, каждого меня бы интересовал школьник третьего класса. Мы 13-я экономика мира. Если убрать всю, вся пропаганда идет в рамках страны. За рубежом о нас никто ничего не знает. Мы ходим в китайском шматье, ездим на немецких машинах, пользуемся японской электроникой. Ни в одной стране мира о России никто ничего не знает. И от того, что мы ведем агрессивную и пропаганду внутри страны, о ней, слава богу, за рубежом никто не знает. Потому что если бы люди переводились бы все наши федеральные каналы за рубежом, они бы просто принудительно перестали бы покупать российский газ. Как мы этого не понимаем? Это элементарщина. Там люди, еще раз говорю, они занимаются своими локальными проблемами, а мы занимаемся чем угодно. В том числе и Украиной, к которой мы не имеем никакого якобы отношения.